утро мы возвращаемся к нашему путешествию по Библии. Мы исследуем книга за книгой, и сегодня мы дошли до очередной книги из малых пророков, книга пророка Иаиля. Каждая книга Библии уникальна. Я думаю, что вы заметили то, что в каждой книге Священного Писания есть какой-то особый месседж, какая-то особая главная тема, которая заложена Духом Святым для того, чтобы быть ободрением, для того, чтобы быть обличением, быть мощной силой, которая способна действовать в сознании каждого человека, независимо от того, в какой точке истории и в какой точке планеты он живет. И сегодня, как я уже сказал, мы с вами окунемся в идею, которая была представлена много-много лет тому назад, представлена Богом, прежде всего, в сознании пророка, который написал ее, и потом представлена народу израильскому, который жил в то время. Как я уже сказал, каждая книга Библии уникальна, и эта книга содержит в себе чрезвычайно интересную идею, чрезвычайно интересное послание или месседж, который касается каждого из нас сегодня. Книга пророка Иаиля, одна из книг Ветхого Завета, время написания которой очень трудно установить. Есть несколько таких книг, которые не содержат в себе много информации о том, кем был автор, и очень мало информации, в какой период времени она могла быть написана, с чем она соотносится, с какими событиями она связана. Как я уже говорил, эта книга не указывает или не упоминает, в ней не упоминается много исторических событий. Там есть некоторые события, которые позволяют нам немножечко определить, что, скорее всего, автор был иудеем, то есть он был не в Северном царстве, а в Южном царстве. Прошлую среду мы говорили об этом, что там есть два царства было, Северное царство и Южное царство. Он пишет о Иерусалиме, и он пишет о Иудее. То есть, скорее всего, Иаиль был в Южном царстве. Это значит, что он жил, безусловно, после Соломона, после того времени, когда царство было уже разделено. Вот. Но нам трудно установить, жил ли он до Вавилонского пленения или же после Вавилонского пленения. Ничего в этой книге не позволяет нам определить с абсолютной уверенностью, что это было сказано до того или после того. Несмотря на это, книга пророка Иаиля содержит в себе, как я уже сказал, очень ясный урок, который мог быть применим к любой точке жизни народа израильского. Но и самое важное, этот урок, он очень ясно касается каждого из нас сегодня, практически каждого человека, который имеет какое-то отношение к Богу, который когда-либо в истории читал Священное Писание. Книга пророка Иаиля фокусируется на одном термине или на одной идее, которая известна в Священном Писании, упоминается в других книгах, но нет никакой книги Священного Писания, которая бы уделяла столько много внимания этому явлению. Я не знаю, заметили ли вы это, когда вы читали эту книгу. В ней всего три главы, и я надеюсь, что вы имели возможность прочитать ее, может быть, даже несколько раз до этого времени, когда мы сейчас исследуем ее. Этим явлением или этим термином является термин «День Господень». Как я уже сказал, что есть другие книги Библии, которые говорят о так называемом «Дне Господнем», который грядет. Но книга пророка Иаиля, она как бы все свои софиты или все лампы, все фонари, все прожекторы направляет на этот день и очень тщательно исследует сущность этого явления. Понятие «Дня Господня», оно считается или принято считать термин «День Господень», относящимся к особому Божьему суду. Мы знаем, что Писание говорит о том, что грядет Божий суд. Этот Божий суд назван разными терминами, и один из этих терминов – это термин «День Господень», то есть то время, когда Бог
остановит в свое время долготерпение и однажды лицом к лицу встретится с человеком для того, чтобы подвести итоги всего того, что люди делали на земле. И вот эта идея выражается этими словами, двумя словами или вот этим техническим термином, таким «день Господень». Но пророк Иаиль помогает нам понять, что этот термин имеет немножко более глубокий смысл. И этот смысл касается каждого из нас сегодня. Он имеет практическую ценность для вас и меня сегодня, несмотря на то, что мы живем за тысячи лет позже того, когда эти слова были написаны. В книге пророка Иаиля указывается на три особых периода времени, и эти три особых периода времени все названы периодом Дня Господнего. И эти периоды имеют очень интересное расположение в истории. Сначала Иаиль пишет о том, что происходило в его дни. То есть во время, когда жил Иаиль, происходили определенные события, очень ужасные события, очень тяжелые для народа израильского или для иудеи. И эти события названы Иаилем как День Господень, то есть как Божий суд, как Божье определенное действие. Вторая глава говорит нам о событиях, которые будут в будущем с точки зрения Иаиля, которые еще не случились тогда, они должны еще случиться. И третья глава говорит о так называемом эсхатологическом Дне Господнем, то есть о том, что случится или произойдет в самом конце времен. То есть такая маленькая книга, она охватывает огромные периоды времени, глобальные эпохи, помогая нам увидеть одну конкретную деталь Божьего действия или взаимоотношений Бога с людьми. Как я уже сказал, что термин «День Господень», он у пророка Иаиля представляет или обладает гораздо большим смыслом, чем только суд. Если мы попробуем этот термин представить кратко, то, скорее всего, его можно будет назвать или объяснить как особая встреча Бога с людьми. Эта встреча Бога с людьми в одних ситуациях или в одном случае является действительно Божьим судом, в другом случае она содержит в себе что-то весьма ценное для Божьего народа. Давайте посмотрим, обратимся к этой книге и посмотрим подробно, о чем же в ней идет речь. Мы начнем с настоящего Дня Господня, то есть тот период, который имел место или который происходил в то время, когда жил пророк Иаиль, и для него это было настоящим. Книга начинается с описания ужасного действия. Иаиль описывает состояние Иудеи, которая была поражена стихийным бедствием, в результате которого земля была полностью лишена урожая. Давайте почитаем несколько описаний этого. Второй стих. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». То есть он призывает внимание на что-то чрезвычайно значимое. Дальше продолжает, описывая ужасы происходящего. И эти ужасы начинаются с описания нашествия саранчи. Четвертый стих. «Оставшаяся от гусеницы ела саранча. Оставшаяся от саранчи ели черви. Оставшаяся от червей доели жуки. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, челюсти у него, как у львицы». Это описание саранчи. «Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола, бросил, сделались белыми ветви ее». Знаете, история знает такие времена, когда полчища саранчи буквально сметали с лица земли все зеленое, что только было на огромных территориях. Я встречался с людьми, которые видели это в наши времена, когда действительно миллионы этих насекомых, которые очень агрессивные
и которых невозможно остановить, невозможно остановить ничем. И Аэль описывает время, когда Бог допустил вот это ужасное нашествие насекомых на землю, на территорию Иудеи, и во время которого это нашествие насекомых буквально уничтожило все живое, что было на этой земле в то время. Конечно, этот факт очень интересен. Интересен с нескольких сторон. Самое первое – это то, что такое насекомые? Это маленькие такие живые существа. Человек гораздо больше их, человек сильнее их. Человек может, естественно, убить любое это насекомое, любую саранчу. Но когда саранчи много, и когда ее очень много, когда ее миллионы, миллиарды, то люди оказываются абсолютно бессильны. Вот эти сильные люди, которые жили, утверждая себя, жили независимо от Бога, жили, сами выбирая свои пути, сами устраивая свою жизнь. И вдруг Бог посылает им насекомых. Насекомые, которые не просто делают землю некрасивой. Они не просто кишат и пугающее зрелище создают вокруг. То, что происходило в то время, было гораздо более серьезнее, чем нам кажется. Дело в том, что Иудея в то время была аграрным обществом. То есть это люди, которые жили от того, что росло на земле. Они выращивали хлеб, и таким образом они могли питаться. И у них были стада, которые ели траву, и в результате этого у них было молоко и мясо. У них не было индустрии, которая могла бы производить что-то еще, чтобы они могли продать и купить хлеб. Это было главным источником их дохода. Не просто главным, это было крайне необходимым источником, без которого они не могли жить вообще. Более того, в то время не было Международного Красного Креста. И не было систем международной взаимопомощи, когда из какой-то земли самолетами могли бы перебросить продукты питания туда, в ту страну, которую голод постиг. То есть, если мы попробуем представить все вот эти элементы, все эти части тогдашней жизни, то тогда эти слова действительно становятся ужасными. Посмотрите, что он пишет. Он говорит, опустошил виноградную лозу мою, нет, верни туда, опустошил виноградную лозу мою, смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее, то есть даже кожуру деревьев съела эта саранча. То есть это, безусловно, все погибло. А это означает, погиб народ. Это означает, тысячи, десятки тысяч людей умрут в этот сезон, не проживут. Вы помните, тогда же не было консерв, не было холодильников, не было средств хранения продуктов. Ну да, возможно, у кого-то зерна немножко осталось, и кто-то, может быть, пытался как-то выжить. Но это целый урожай, это запасы следующего года мгновенно были просто подрублены и не существовали. Ситуация усугублялась еще и ужасной засухой. То, что не доело саранча, было выжжено солнцем. 10 стих. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб. Высох виноградный сок, завяла маслина, засохла виноградная лоза и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли». И потому веселье у сынов человеческих исчезло. То есть это действительно движение, которое ясно объясняется только одним – Божьим вмешательством. Бог не только послал саранчу и всяких этих насекомых, которые истребляют всякую живность, Бог еще допускает палящее солнце и отсутствие всякого дождя, и новая травка не растет, не лезет из земли. Кроме того, есть еще одно бедствие. Отсутствие дождя вызвало пожары.
которые дожгли все остальное. 19 стих. «К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни». То есть речь идет о тотальном, ужасном бедствии, которое внезапно постигло Иудею. И как я уже сказал, что подобные истории, они случались на протяжении всей истории человечества. И мы знаем, что Иаиль обращает внимание народа на вот это бедствие, которое касалось непосредственно их. Мы сегодня можем сидеть и смотреть по телевизору бедствие, которое случилось в Японии или в Индонезии когда-то. Мы можем смотреть и видеть, как эти волны, эти цунами, которые сметают машины и дома и переворачивают все. Это одно дело, когда ты смотришь, и это где-то далеко от тебя. И то это вызывает жуть. Другое дело, когда эти люди находятся в эпицентре проблемы. Посмотрите, что делает Иаиль. Это очень интересный пророк и очень интересная книга. Он берет конкретный факт, он берет иллюстрацию, он берет то, что уже на уме у каждого человека. То, от чего невозможно было убежать. Это то, что было в сознании, во всех разговорах, во всех обсуждениях, за столом или где-либо совет старейшин собирался, или какие-то формы человеческого общения в то время в Иудее, они обязательно были доминированы, или там доминировала эта тема. И Бог посылает пророка, и пророк Иаиль приходит, и он обращается к этим людям, используя эту ситуацию, и говорит: «Это день Господень». Что значит «день Господень»? Это означает «Бог действует». Бог непосредственно действует. Бог остановил свое долготерпение. Бог обращает все свое внимание, обращает вот в эту точку и помогает людям увидеть, что их состояние действительно далеко от того, каким оно должно быть. Это день Господень. Очень интересно, что Иаиль начинает с этого ужаса. Как я уже сказал, нам сегодня не кажется это так страшным, но, может быть, если вы читаете только эту саранчу, и вам просто неприятно, у вас просто чувство отвращения это вызывает. Но тогда для тех людей это не просто чувство отвращения, а это действительный ужас, который их которым наполнялись их сердца, их сознание. Смотрите, что он дальше делает. Он берет этот ужас, он называет его «Днем Господним», и он потом на фоне его показывает, что то, что грядет, будет еще более ужасно. И он говорит об этом для того, чтобы обратить внимание людей к тому, насколько серьезна встреча с Богом. Он показывает, что это не просто разговоры, это не просто религия, это не просто каким-то образом люди существуют, и Бог там существует, они здесь существуют. Бог что-то говорит о том, как нужно жить. Они приняли это к сведению и живут так, как они хотят. И так это продолжается долго. И вот периодически наступают такие дни, когда Бог берет, и Он просто трясет всю землю. Говоря об этом бедствии, Иаиль не просто показывает это в качестве иллюстрации, он имеет месседж, он имеет послание ко всем людям, у кого на уме хлеб, у кого на уме это саранча, кто ложится спать, и им снятся ужасы вот этой челюсти львиные, которые поедают все вокруг. Он обращается к ним и говорит следующее. «Краснейте от стыда, земледельцы! Рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». Безусловно, это коснулось прежде всего виноградарей, земледельцев, тех, кто занимается сельским хозяйством, и это было очень близко к ним. Это касается не только их, он продолжает и говорит в 13 стихе, обращается к священникам, то есть к духовным лидерам народа, обращается и говорит: «Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники! Рыдайте, служители алтаря, войдите,
«Ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». То есть он обращается к служителям, которые при храме, и он говорит им, что вы должны увидеть тяжелое состояние народа по одной простой причине. Вам уже нечего приносить, хлебного приношения уже даже нет. То есть вот эта религиозная практика, которая изо дня в день осуществлялась, которая осуществлялась по привычке, по обычаю, она уже не могла быть осуществляема. Служение остановилось по причине того, что нечего было приносить в жертву. То есть Бог через Елия обращается к этим людям, обращается к тем, кто в первую очередь это все видит всю эту саранчу. Он обращается к духовным лидерам, и он говорит: посмотрите, припаяшьтесь вретищем, рыдайте, служители алтаря, поймите, что вы в серьезной проблеме. Более того, он обращается к самым низким слоям общества, обращается к пьяницам, которых коснулось это бедствие самым непосредственным образом. 5 стих. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». То есть Бог вот провел черту, и всех людей, которые каким-то образом жили, и каждый жил по-своему, игнорируя Бога и Его действия, Он привел в эту точку, в которой каждый ясно понял, Бог действует. Вы знаете, когда я читаю эти слова, я вспоминаю многочисленные ситуации, когда день Господень наступает для какой-то группы людей или даже для какого-то индивидуального человека, когда он внезапно понимает, что его обыденное течение событий в его жизни вдруг остановлено. То, что он делал каждый день, зная о том, что Бог есть, слыша о том, что ему нужно служить, понимая, что Бог когда-то накажет, и вдруг Бог резко останавливает, и вот у священников нечего в жертву приносить, а у пьяницы пить нечего уже. Все просто остановлено. Это то, что Бог делает через День Господень. День Господень резко обращает внимание человека на реальность Божьего суда. Но это, вы знаете, еще такой маленький День Господень, который вот с таким ужасом изливался, но он еще маленький. Как я уже сказал, что то, что будет дальше, будет страшнее. Говоря об этом, пророк призывает народ пробудиться. Несколько стихов очень ясных и конкретных, которые представлены здесь. Посмотрите 16 стих. «Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость?» То есть пища и веселье и радость, дом Бога – это место, куда они собирались. В храме они собирались, и там они радовались, и там они веселились. Это была одна из точек, где реализовывалась их жизнь. Он говорит: «Пред глазами нашими все это отнимается». «Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец». То есть он обращает внимание людей на реальность бедствия, которое их постигло, и говоря об этом, он подсказывает, указывает на решение проблемы Божьего гнева. 14 стих. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Вот это главная идея первой главы. Главная идея того, что произошло в то время, когда внезапно стихийное бедствие постигло и буквально поразило иудею. Оно коснулось каждого человека, независимо от его статуса общественного. И оно не просто коснулось, оно привело в трепет, оно привело в ужас, оно лишило человечества нормального хода вещей, того, к чему они привыкли. Иаиль призывает людей и показывает им, есть один путь. Назначьте пост. Причина, почему он говорит об этом, заключается в том, что человечеству нужно глубоко осознать суть проблемы.
Им нужно понять, что проблема не в насекомых, что проблема не в червях и не жуках, и не в глобальном потеплении, в результате которого солнце палит сильнее. Им нужно понять, что глобальная проблема заключается в их отношениях с Богом. Вот поэтому он и говорит, назначьте пост. Смысл поста заключается в смирении души. Назначьте пост, он говорит, пропагандируйте, всем говорите, всех убеждайте, всем покажите, насколько это необходимо сейчас людям, народу смириться перед Богом. Объявите торжественное собрание, соберитесь все вместе, торжественно признайте. Это наша проблема, и нам нужно исправить нашу жизнь. Созовите старцев, всех жителей земли сей, в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу. Итак, это первое. Настоящий день Господень. Как я уже сказал, такие дни, они случаются. Они случаются как для наций, они случаются так и для индивидуальных личностей. Помните, когда-то Иисус Христос сказал людям, сказал о том бедствии, которое только что произошло. И он говорит им, говорит, не думайте, что те, на которых упала башня Силоамская, были грешнее все. Но я хочу вам сказать, что если не покаетесь, все также погибнете. То есть в каких-то случаях для какой-то части людей или для каких-то личностей Бог устраивает день Господень. Бог устраивает особую встречу. И хорошо, если эта встреча еще вот такая. То есть это встреча, когда нечего есть, когда ужас кругом, когда разбита регулярная жизнь, но есть одно. Есть возможность взывать к Богу. Это встреча с Богом. Кстати, о подобной встрече описывает, или подобную встречу описывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, где он говорит о дне, он говорит, помните, некоторые строят из золота, серебра и драгоценных камней, а другие из дерева, сена, солома. И потом написано, ибо день покажет. Вот это особый день встречи с Богом. Это особый день Господень, который наступит или наступает у людей. Итак, это первое. Эта иллюстрация – это очень ясное событие, доминирующее или доминировавшее тогда в умах людей событие. И Бог посылает Иаиля, чтобы он сказал всем жителям тогдашней Иудеи о том, что происходит сейчас, чтобы на основании этого показал, что будет происходить в будущем. Итак, грядущий день Господень. Об этом говорится уже в конце первой главы. То есть в конце первой главы мы видим этот переход, 15 стих. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». То есть, глядя на этот день, он показывает и говорит, что близко еще что-то. И он называет или сравнивает его, как опустошение от всемогущего придет он. Вторая глава с первого стиха. «Трубите трубою на Сионе. И бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Иаиль призывает бить тревогу, потому что угроза, которая грядет, она гораздо больше, она гораздо серьезнее, чем вот эта саранча, которая только что уничтожила все основания или все источники для их питания. 11 стих. «И Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественен исполнить слова его. Ибо велик день Господень, и весьма страшен, кто выдержит его». Смысл этого предупреждения тот же. То есть он говорил о том, что уже произошло, и говорит, покайтесь, воззовите к Богу, ищите Божьего лица, ищите жизни с Ним. И он показывает на то, что грядет, и говорит, грядет гораздо более страшное, и призывает к тому же. 12 стих.
Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. То есть Иаиль показывает, что несмотря на те ужасные бедствия, которые люди переживают, посмотрите, я еще раз перечислю, что они переживают. Земля выгорела, все съела ужасная саранча, остальное догорело огнем, остальное написано, что не выжжено было солнцем, пожары попалили. Люди не имеют средств к существованию, к тому, чтобы пропитать себя. И при этом Иаиль говорит эти слова: «Бог еще благ и милосерд». Этим людям нужно понять, что Бог не испытывает удовольствия в том, чтобы лишать их возможности жить нормально. Бог хочет их благословить. Но встречаясь с этими людьми лицом к лицу, у Бога нет невозможно другой реакции. По причине глубокого отступления этих людей Бог действует. И написано, что это действие действительно ужасное. Если Бог приблизится ближе, то оно будет еще более ужасным. В 15 стихе он говорит о глубоком изменении сердца, о покаянии, которое способно реально изменить ситуацию. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост», опять повторяет, «объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев». Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей. Заметьте, он подчеркивает и говорит, а касается всех. Здесь нет кого-то, кто бы был исключением. Смотрите, он говорит о старцах, о отроках, о грудных младенцах. Он говорит о женихах и невестах, которые только что поженились, и им, кажется, есть оправдание, что они могут не быть здесь. Он говорит, никому нет исключения. Собирайте абсолютно всех. Причина заключается в том, что чрезвычайно опасная ситуация. Чрезвычайно важные вещи происходят здесь. Более того, он обращается дальше к лидерам, к духовному лидерству народа и говорит, между притвором и жертвенником да плачут священники. То есть речь идет о обновлении, о покаянии, о глубоком развороте внутреннем, который должен начаться с руководства. Служители должны быть инициаторами, они должны быть главными двигателями, которые движут, которые по-настоящему понимают суть проблемы и движут народ к решению этой проблемы. Да плачут священники и служители Господни и говорят, пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И написано, и тогда возревнует Господь из земле своей и пощадит народ свой. То есть, говоря об этом, призывая народ к покаянию, Иаиль уверен, у него есть эта внутренняя глубокая убежденность, у Бога есть прощение, и Бог готов пощадить народ, несмотря на это ужасное бедствие, которое уже наступило. Для того, чтобы отвратился Божий суд, необходимо глубокое, искреннее раскаяние и настоящее сокрушение сердец. Причем здесь подчеркнуто тотальное, то есть всеобъемлющее, касающееся каждого человека. Вы знаете, друзья, у нас всегда есть такая особенность обвинять кого-то в своих бедствиях. В бедствиях общества обвиняет его либеральную часть или наиболее преступную часть. В бедствиях семьи муж обвиняет жену, и ее, вот она, ее поступки такие, ее такой характер. Или жена обвиняет мужа, или дети обвиняют родителей, или родители обвиняют детей. Вот это, эти слова говорят о том, что это всеобъемлюще. Каждому нужно сокрушиться. Каждому нужно прийти. И каждому нужно искать вот этого положения, которое написано здесь, да плачут священники, чтобы сердца взывали к Богу и просили Его о прощении и восстановлении.
Настоящее сокрушение перед Богом удивительнейшим образом открывает Божье благословение. Оно делает невозможное. То, что нам кажется невозможным, по-настоящему осуществляется тогда, когда сердце сокрушилось перед Богом. 23 стих 2 главы. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Бога вашем, Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». Заметьте, как в этом слове он решает проблему, с которой столкнулись сейчас люди. У них нет дождя. Территория Иудеи, она очень сильно зависит от дождей. В ней действительно может очень много произрастать, если будут дожди, они будут вовремя. Если нет дождя, территория превращается в пустыню. Нет способности произращать. Эта богатая почва не способна родить, не способна давать то, что необходимо людям для жизни. Поэтому Иаиль подчеркивает, он говорит, тогда, когда наступает сокрушение, тогда приходит простое, мирное Божье действие. У него уже все здесь налажено. Все то, что необходимо для того, чтобы вы имели жизнь, уже здесь есть. Одного элемента только не было – дождя, который Бог удержал. «И даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь ранний и дождь поздний». Заметьте, дождь в меру и дождь вовремя, который необходим. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, которое дивное сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Друзья, каждая ситуация, которую мы можем в своей жизни назвать Днем Господним, каждая ситуация, которая переплавляет нас, каждая ситуация, в которой Бог испытывает нас, в которой Он проводит нас через огонь, и у каждого разный огонь, самый разный. Нам кажется, ну если засуха, это понятно. А если люди плохие рядом с тобой? Или если ты сам попал в какую-то проблему, из которой тебе трудно выбраться тебе? Или если это связано со здоровьем, или связано еще с какими-то явлениями, или с какого-то типа здоровья? Друзья, речь идет о том, что у Бога есть инструмент для каждого человека, посредством которого Он ставит человека в состояние, в котором человек абсолютно полностью зависит только от Бога. И у каждого, для каждого человека есть свой тип этих обстоятельств. Дай вам засуху, вы проживете. Колодец какой-нибудь откопаете. Но поставь с вами какого-нибудь человека, который вашу жизнь будет портить. Какого-нибудь начальника на работе, от которого вы избавиться не можете. Или какого-нибудь президента, или какие-нибудь еще родственнички подъехали с какими-то проблемками. И вот здесь начинается совершенно другая, и тогда люди думают, ну лучше засуху. Но в действительности, каждое испытание, которое Бог допускает для нас, это Божья встреча, это Божий разговор, это своеобразный день Господень. Этот день Господень, он имеет в себе вот эти два варианта, эти две стороны. Он имеет ужас, который приводит и должен приводить сердце человека в трепет. Но вместе с тем этот день Господень имеет надежду для тех, кто сокрушается перед Богом. Эта надежда приходит по одной причине, потому что это день Господень, это не просто стихийное бедствие. Если просто стихийное бедствие, оно неуправляемо. И ты не знаешь, чего ожидать дальше. Но если это бедствие в руках Божьих, если это трудности, которые управляемы Богом, то тогда тот, кто знает Бога, имеет надежду и упование на Него. Вот почему здесь написано: «И узнаете, что я среди Израиля. Я Господь Бог ваш, и нет другого». Итак, это две части, это две главы, которые представляют нам
два типа Дня Господня. Первый, который имел место в жизни Израиля, тогда во время жизни Иаиля. Второй, который еще должен был наступить. И он говорит, что будет еще более трудные суды Божьи, которые грядут. И он и в одном, и в другом случае призывает народ к покаянию, к обновлению жизни, к глубокому сокрушению, к тому, чтобы прийти в храм Господень, чтобы трепетать сердцем, чтобы вопиять к Богу и просить Его о помощи. Последняя часть книги говорит о эсхатологическом Дне Господнем, или о самом последнем, который подведет полностью черту под всем тем, что происходит на земле. Он, как я уже сказал, грядет на землю в конце времен. Эта часть книги, она особенно интересна тем, что она касается нашего времени и касается самых последних или самой последней эпохи человечества, истории человечества здесь, на земле. Это важное пророчество, оно помогает нам увидеть глобальное величие Божьего плана искупления и увидеть, что этот план несет нам с вами конкретно. Начинается эта часть еще в конце второй главы. Вторая глава, 28 стих, представляет нам интересную историю. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Это очень интересные слова, которые цитируются апостолом Петром в день Пятидесятницы. Помните эту историю, когда собрались в Иерусалиме ученики, которые ожидали Божьего действия. Иисус сказал им, когда Он возносился: «Не оставляйте, не отлучайтесь из Иерусалима». И вдруг в одно мгновение, в день Пятидесятницы, Бог посещает Свой народ. Наступает День Господень. Это очень интересный День Господень. Он наступил в то время, и он, его продолжение, он будет еще в будущем. Мы чуть позже коснемся этого явления. Но происходит особая встреча Бога. И эта особая встреча отличалась тем, что в этот момент Бог создал церковь. День Пятидесятницы – это день создания церкви, это день рождения церкви. И когда мы говорим о церкви, то речь идет о особом типе взаимоотношений между людьми и Богом, которых не было раньше. Если мы посмотрим на то, что было в народе Божьем раньше, до Дня Пятидесятницы, мы можем видеть отдельные личности, отдельных особых людей, избранных Богом, у которых были близкие отношения с Богом. Особые отношения, патриархи, пророки, цари, некоторые помазанники Божьи, которые были особыми сосудами, особыми инструментами Божьего действия, и Бог имел с ними вот такое непосредственное взаимодействие. Теперь Он оповещает народ, что будет время, когда будет происходить что-то очень сильно отличающееся от того, что было до того. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть». Этим отличается особая встреча с Богом. То есть день рождения церкви, он открыл доступ к непосредственному общению с Богом всем людям, которые стали народом Божьим в этот момент. То есть это теперь прерогатива не только особых пророков, не только священников, не только особо выдающихся, особо значимых людей. Это теперь прерогатива всех детей Божьих. Апостол Петр повторяет об этом в своем послании. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, он пишет: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Речь идет о том, что все теперь верующие, они приравниваются к положению царей и священников, которые были в Ветхом Завете. Причина или в каком смысле они приравниваются? В смысле того, что Божий Дух излит на всякую плоть. В смысле того, что Божье взаимодействие, близкое взаимодействие, оно теперь доступно каждому человеку, кто является его детем.
кто является частью вот этого общества, общества, о котором сказано, народ святой, люди, взятые в удел. И в начальной, в первой главе первого послания Петра ясно объясняется, о ком идет речь. Речь идет о рожденных свыше христианах. Речь идет о детях Божьих, речь идет о тех, кто является членами тела Иисуса Христа. Эти новые люди, это эти рожденные свыше люди, они непосредственно и неразрывно связаны со главой. Они связаны с Иисусом Христом. Они связаны с главой тела посредством Святого Духа. Апостол Иоанн, описывая поклонение Божьего народа Агнцу, которое будет происходить там, на небесах, он подчеркивает именно эту очень важную деталь. Книга Откровения, 5 глава, 9 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Речь идет о спасенных людях, речь идет о христианах, они говорят Христу, они говорят Агнцу, ибо ты соделал нас царями и священниками. Таким образом, день Господень, будучи непосредственным соприкосновением Бога с людьми, Он приносит для детей Божьих удивительнейшее благословение. День Господень, о котором говорит Иаиль, опять-таки, он говорит, исходя из того бедствия, которое народ переживает. Он говорит о том, что это бедствие связано с тем, что у вас есть сейчас непосредственная встреча с Богом. Бог пришел, Бог являет свой суд. Он говорит о том, что эта встреча еще будет повторяться, и Божий суд будет еще приходить на народ, и он будет еще более тяжел и более ужасен. Но вместе с этим, призывая народ к покаянию, он говорит о том, что встреча с Богом для тех людей, кто трепещет пред Божьим лицом, приносит с собой огромные, удивительнейшие благословения. И здесь же он говорит об этом последнем дне Господнем. В каком-то смысле день Господень начался именно в день Пятидесятницы. Апостол Петр объясняет, когда люди спросили у него, что здесь происходит, не пьяны ли эти люди, которые говорят на разных языках и проповедуют, провозглашают Божье слово о Мессии? Он говорит, нет. Но это то, о чем сказал Иаиль когда-то. Иаиль сказал, что будет в последние дни, будет после того, когда от Духа Божьего будет излито на всякую плоть. Также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. Вместе с тем, этот день, день Господень, будет великим и страшным для всех тех, кто противится Богу. Посмотрите здесь же, во 2 главе, в 30 стихе. «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Мы не раз касались этого текста из проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Мы не раз отмечали, что это удивительное пророчество имеет две точки своего исполнения. Первая его половина исполняется в день Пятидесятницы, в тот момент, когда церковь была создана и когда от Духа Божьего было излито на каждого человека, независимо от его социального статуса. Все люди, принадлежащие к церкви, имеют эту живую, непосредственную, неразрывную связь с Иисусом Христом и с Богом. Но есть еще вторая половина этого же пророчества. Эта вторая половина говорит о том, что будут ужасные знамения на небе и на земле. Кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Это время второго пришествия Иисуса Христа. Это время, когда Иисус придет для того, чтобы взять свою церковь, всех вот этих людей, на кого излит Дух Божий, для того, чтобы подвести черту своего суда под всем тем, что делали все остальные народы, жившие здесь на земле.
Третья глава подробно объясняет это. Я прочитаю из 12 стиха. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточили и переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине сюда, сюда, ибо близок день Господень в долине сюда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». Если вы помните, мы уже 2 или 3 раза здесь в церкви подробно говорили о событиях эсхатологических, о событиях, которые будут иметь место в самом конце времени. Так вот, одним из глобальных событий будет так называемая Армагеддонская битва. Смысл этой битвы заключается в следующем. Соберется огромное количество людей, армии всего мира, соберутся для того, чтобы воевать против Иисуса Христа и воевать против Бога. И мы говорили о том, что это будет ужасное безумие. Люди в своей самоуверенности, в своих развитых технологиях дойдут до такой точки, что они будут действительно верить в то, что они могут победить Бога. И соберутся все народы. В других книгах Библии написано, в книге Откровения сказано об этом. И здесь Бог обращается через пророка и говорит, пусть воспрянут народы, и пусть не зайдут в долину Иосафата, ибо я там воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Дальше говорит о его действии, пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. То есть перезрели, прошли все времена, все сроки закончены, и теперь пустите серпы, и однажды наступит тот момент, когда Бог подведет итог. И он говорит, толпы, толпы в долине суда. Он уже видит эти толпы. Он уже видит это огромное количество народностей, миллионы, миллиарды людей, которые внутри, уже там. Они уже находятся в этой долине суда. Они уже в своем противлении Богу воюют с Ним. Возможно, они еще не пришли туда, в эту долину. Но уже их состояние, уже их сердце говорит о том, что они там. Солнце и луна померкнут, звезды потеряют блеск свой, то есть все то, на что, вокруг чего вращалась жизнь этих людей, внезапно будет подорвано. Бог подорвет самые основы жизни. Вот точно так, как во время Дня Господнего в Иудее, были подорваны продовольственные основы жизни народа. Однажды будут подорваны сами фундаменты жизни земли вообще. Мы не раз уже вспоминали, в воскресенье вечером говорили о том, насколько тонко устроена жизнь на земле. Для того, чтобы Богу подорвать основы жизни людей, нужно всего очень немного. Нужно взять, изменить один какой-то закон, как функционируют атомы. Мы все состоим из атомов, молекул и так далее. И все, один только закон будет нарушен, и все, и люди прекратят свое существо. Они не смогут функционировать. Богу не нужно там самолеты посылать, и ядерные бомбы для того, чтобы атаковать там какие-то современные системы вооружений. Абсолютно нет. Есть гораздо более простые методы, ключи от которых у Бога в руках. И написано, что все померкнет. Это солнце, и луна, и звезды. То есть все привычное для нас в жизни мгновенно потеряет свой смысл. Но посмотрите последнее. Но Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилевых. То есть вот точно так же, как этот день будет ужасен для тех, кто противится Богу, вот точно так же он будет благом для тех, кто знает Бога. Наверное, самым удивительным и самым ценным стихом в книге пророка Иаиля является 32 стих 2 главы.
Этот стих цитировал апостол Петр в своей проповеди. И этот же стих цитирует апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе. Послушайте, что здесь сказано. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Этот стих удивительным образом подчеркивает то, что произошло, или с точки зрения Иаиля, должно было еще произойти на Сионе, в Иерусалиме. Это то место, где была принесена искупительная жертва. Это то место, где произошел самый главный день Господень, когда Божий Сын, Бог Сам лично, встретился с человеком в такой степени, в которой невозможно больше встретиться. Он не просто встретился с человеком, приняв на себя человеческую плоть. Он встретился в этом месте с человеком, приняв на себя человеческий грех. Для того, чтобы, начиная с этой точки, все остальное человечество имело два варианта. Есть один вариант встречи с Богом, вариант, о котором сказано, что эти люди, которые исполнены Духа Божьего, являются частью тела Иисуса Христа, и они находятся под защитою. Написано, Бог будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израиля. Есть другой вариант. Этот другой вариант описан здесь. Жатва созрела. Пустите снопы. И разница между этими двумя вариантами, она кажется очень такой небольшой, но чрезвычайно значительной. Здесь сказано очень просто. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это ключевой текст спасения. Все люди во Вселенной, все люди, живущие сегодня, различаются на тех, кто противится Богу, и тех, кто призывает имя Господне. Призовет имя Господне – это тот человек, который сокрушится перед Богом. Это кто признает Его Господином и Спасителем. И вот в этом слове заключается ключевое отличие одной категории людей и другой категории людей. И, как я уже сказал, это самый главный стих этой книги, самый важный стих, касающийся каждого из нас сегодня. Этот стих, наверное, в самой большой, в самой удивительной степени подчеркивает Божью непостижимую милость, которую Он проявляет к нам. Я знаю, у каждого из нас были дни Господни. Может быть, у кого-то из нас сейчас этот день. Может быть, кого-то ожидает еще день Господень. Я бы хотел сегодня подчеркнуть, что у каждого из нас, подобно вот тем людям, которым обращены были эти пророческие слова, сказанные Иаилем, есть возможность назначить пост, созвать торжественное собрание, прийти пред Божье лицо и прийти к тому, чтобы призвать имя Господне, для того, чтобы действительно быть спасенным. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на вашу жизнь сегодня. Я знаю, что у каждого из нас есть те точки, с которыми мы должны предстать пред лицо Господа, для того, чтобы призвать Его имя еще раз. Мы сейчас будем молиться, давайте мы встанем и обратимся к Нему, и призовем Его имя. И посмотрим, имеем ли мы то спасение, которое получено в тот день Господень, который имел место в день смерти Божьего Сына на Голгофском кресте. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя еще продлевается к нам, за то, что Ты сегодня еще продолжаешь говорить к нам, продолжаешь показывать на примерах Твоего особого действия к народу Твоему, который жил тогда во время пророка Иаиля. И на многочисленных примерах Твоих действий, которые мы видели в истории, иногда даже видели в своей жизни.
Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы это напоминание сегодня касалось каждого из нас. Сокрушай, Господи, наши сердца. Мы сегодня так нуждаемся в этой встрече с Тобой, в которой мы бы искали Тебя, не ожидая, когда Ты найдешь нас. Помоги, Господи, нам приходить пред лицо Твое для того, чтобы сокрушаться. Помоги, чтобы эти встречи с Тобой были регулярными, были каждый день, чтобы они действительно достигали цели, достигали этой глубокой точки в нашей личности, чтобы Ты, Господи, своим сверлом просверливал глубоко до этих болевых точек внутри нас, чтобы очищать нас и освобождать, Господи, от всего того, что может однажды вызвать Твой гнев. Я прошу милости Твоей, Господи, как к себе самому, так и ко всей церкви нашей, и каждому человеку, каждому дому, каждой семье. Господи, помоги нам сегодня быть в числе тех, кто призывает имя Господне. Помоги, Господи, чтобы призвание имя Твоего, оно было регулярным, оно было постоянным, оно было глубоким и настоящим. Я прошу особой милости, Господи, Твоей к народу Твоему, ко всем христианам, живущим сегодня на земле, к тем, кто живет в нашем городе, и тем, кто принадлежит к нашему народу, и ко всем остальным народностям. Господи, дай сегодня это состояние, чтобы люди призывали имя Твое. Помоги, Господи, чтобы в это особое время, когда мы видим так много поражений, чтобы мы сегодня могли искать лица Твоего, и чтобы Ты сегодня действовал в ответ на молитвы наши. Благослови, Господи, нас во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя об этом. Аминь.